Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня будем ремонтировать мой токарный станок 16U04P. Так что это видео для счастливых обладателей такого станка может вообще быть полезным. Ну и остальным тоже тут не лишне посмотреть, потому что такие проблемы случаются, собственно говоря, с любым станком. Сейчас подойдем к станку, и я покажу, в чем проблема, как она появилась и что я буду делать. Вот мой станочек 16U04P. В чем проблема? Смотрим, вот я вращаю эту рукоятку. Тяжело идет, тяжело. Легче пошло, легко, легко. Опять тяжело, 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 легче. И так вот на протяжении всего движения тяжелее, тяжелее, легче, тяжелее, легче. В принципе, то работать, наверное, можно, но, во-первых, это напрягает, а во-вторых, когда вы подводите резец к детали, особенно к торцу, ну, можно, вот там, где очень тяжело, можно промахнуться и врезаться туда в деталь. Произошло вот что. Я думаю, что это вся причина заключается в этом. Вот мне тут один принес хороший заказчик, он мне снабжает инструментом, говорит, выточи мне две таких вот набалдашника, ну, таких вот деревяшки. Я вот их начал точить, как видим, вот ее вырвало с кулачков. Кулачки были обратные, зажимает там немного на обратных кулачках. И, может быть, я еще слабо поджал, ну и материал тут верба, по-моему. И вот здесь вот заходил, как видим, немного вроде и взял. Ну, может быть, резко туда. Ну, а поскольку оно здесь вот мягкое, усилие большое появилось, подорвало детали, ее прямо вот так вот заклинило между резцом вот здесь вот. Было, вот я не снял этот эпизод, потому что, в общем-то, спешил, ему срочно надо было это. Ну, я говорю, может, потому что спешил и так не получил. И оно только раз, и так вот заклинило. И вот в этот момент, когда оно заклинило, поскольку обороты были очень большие, скорее всего, что оно всю эту систему вот так дернуло туда. И вот там есть проводная шестеренка, которая входит в зацепление в эту рейку. Она, скорее всего, что немножко подогнулась. И вот она сейчас вращается с таким отбиением. Вот, видимо, она в шестерню аж вверх подошла, уперлась. Дальше она отошла, идет нормально. Потом опять подошла, уперлась. Короче, надо прежде всего, конечно, снять фартук и посмотреть эту шестерню. Фартук, в общем-то, я давно хотел снять, потому что тут у меня еще одна проблема есть. Вот когда на подачу так идет, а потом я выключаю, и видим, стучит там. Это стучит не что иное, как одна из половинок разъемной гайки трет по этому винту. И я потом начинаю вверх поддергивать, чтобы это стучание вот оно чуть-чуть. Вот прошло это стучание, не стучит. Слишком часто, что я выключу, ну, когда подача идет, потом я только раз быстренько выключил, и пошло стучать. Значит, надо убрать это стучание, я давно уже хотел разобрать. Ну, и раз уже такой счастливый случай, что подогнуло шестерню, значит, мы и шестеренку эту посмотрим. Почему я говорю, что это видео может быть полезно для владельцев такого станка? Потому что я сейчас буду снимать и фартух. Редко кто показывает этот процесс снятия фартуха, как он устроен. Я, может, полностью разбирать не буду, если эту шестерню можно свободно достать. А может, придется полностью все разобрать. Ну, посмотрим, я там обращаюсь. Обращу внимание на некоторые моменты. В частности, покажу вот это. У меня есть видео, так оно и называется, ложная масленка. Вот видим, вот здесь бронзовая такая заглушка. Вот здесь стояла масленка. Она стояла не на своем месте. Я пересверлил и поставил вот свою масленку. Я ставлю везде полиуретановые масленки. Вот стоит полиуретановая масленка. А эту я просто место, где была масленка, я заглушил, потому что там она, эта масленка не имеет никакого смысла. Если сюда масло лить, где она стояла, это равносильно шалить вот под эту пробку. Оно выливалось туда все в картер. Оно должно быть совмещено. Я покажу, там есть паз, который смазывает именно вот эту шестерню, до которой я сейчас буду добираться. Ее вот так оставлять, конечно, нельзя, как она сейчас вот туго вращается, легко вращается. То если срочно что-то сделать, можно и можно. Пару там часов поработать. Но если так оставить, она разобьет там посадочное место, в котором она вращается. Придется втулить, дополнительная куча работ появляется. Поэтому сейчас снимаем этот фартух и будем смотреть, что там у нас получилось. Вот я его уже начал разбирать. Здесь вот стояли щели.
шрифты, эти шрифты я уже повыпрессовывал. Как я выпрессовывал эти шрифты, кстати, есть уже, по-моему, на канале видео. Значит, это мы сняли. Теперь дальше можно фактически открутить эти 4 болтика, и этот фартук упустится вниз. Но прежде чем это делать, вот это откручивать, он упустится, надо 2 процедуры сделать. Первая процедура, во-первых, слить масло с картера этого фартука и вот сюда сделать поддерживающее такое устройство. Некоторые разбирают этот, снимают весь этот суппорт и потом его уже отделяет фартук отдельно. Винт снимает, ходовой валик снимает. Ну, поскольку меня суппорт не интересует, меня интересует только этот фартук, нижняя часть этого суппорта. Поэтому я сейчас сделаю поддерживающее устройство, которое будет держать, чтобы эти винты не упали. И потом этот фартук я просто откручу и сниму сюда. Сниму вот этот сзади поддерживающий этот подшипник, который здесь вот это будем считать, это подшипник, поддерживающий и винт, и валик. Я его сниму, и фартук так прямо через это выдвину туда. Сливаем масло. Процесс сливания масла особого внимания не заслуживает, да и я сейчас его фактически и не солю. Дело в том, что пробка сливная, которая там в этом фартуке, она мне перекрывается этим корытом. Поэтому придется снимать вместе с маслом. Потом я его солью отдельно, а потом залью уже по новой. Слить надо по-любому, потому что весь этот фартук туда-сюда ворочать, масло поразливает. Ладно, сделаем потом. Значит, сейчас надо сделать поддерживающее такое устройство, которое будет поддерживать нам винт и валик. Там мы будем снимать этот фартук. Делать это поддерживающее устройство будем с этой монтажной такой перфорированной ленты. Больше подходящего ничего нету. Хотя можно поискать, но даже не будем искать. Это пойдет. Тем более она у меня уже лежит, наверное, год. Это мне как-то по случаю во время очередного подгона кто-то привез, сказал, может тебе пригодится. Она первый раз мне пригодилась. Сейчас я шлифмашинкой ее так отрежу. Ну, отрезаем от нее нужный нам кусочек. Вот я из этой перфорированной полосы я сделал такой угольник, который закреплю там прямо на станке. И два таких вот ложемента. Один будет удерживать винт, а второй будет удерживать ходовой валик. Здесь, как видим, профрезеровал такие пазы. Я сейчас его буду туда устанавливать, чтобы можно было аккуратненько поджать к валику и к винту. Не в натяжку, а просто вот их установить так, чтобы они тут остались без зазора. И после съема фартука этот винт и валик останутся в прежнем положении. В таком, каком они сейчас находятся, чтобы там не согнулось где-нибудь на муфтах, чтобы не посрезал эти щипты и так далее. Сейчас пойдем монтировать. Плотненько, хорошо, это плотно, и это плотно. Все зажато, проверим еще раз. Все. Ну, кто-то может сказать, что это можно и проволочкой было привязать отсюда. Или веревочкой какой-нибудь подтянуть. Да, можно, конечно. Некоторые в деревнях так и делают. Вот калитки закрывает и такая с проволочкой кольцо алюминиевое накидает. Ну, я решил так сделать. Ну, ладно. Винт и валик вывесили. Что, надо разбирать. Отсоединять сейчас фартук и снимать его. Так, сначала надо снять вот этот корпус подшипников сзади, поддерживающий наши винт и вал. Ну, тем же самым съемничком попытаемся. О, ну тут, как видим, уже этого винтика и мало. Shift очень далеко там сидит. Поэтому здесь нам надо взять, поэтому возьмем аж такой вот длинный винт. Попробуем достать, если и этого, но этого должно винта хватить. Закручиваем. Ну вот, видим аж какая глубина. Но эти щиты я, по-моему, сам делал. Они то так и сидели, но их не было. Когда я станок купил, вот этих вот щифтов не было. Я их сам сделал. И таким же самым макаром, как и там. Тут уже втулочкой я не подставляю, потому что тут оно упирается. Вот он щифт. Тут он не сильно плотно сидел. Он, наверное, расслабился. Ну, чуть-чуть так туговато. Тут резьбы я уже не пожалел. Сам делал резьбу. Поглубже сделал миллиметров, наверное, 15. На этом, наверное, так же самое. Тут, видим, втулочкой уже не надо. Роль втулочки выполняет сам корпус. Это если штифт заподлицо, надо втулочку. Ну и выкручиваем его. О, это туго сидит.
О, вытащил себя тоже. Со шифтами разобрались, теперь надо откручивать и снимать, собственно, сам этот кронштейн. Угу. Хорошо, зажато. И второй. Как видим, освещение здесь не очень. Так что прошу прощения. Как раз вот лампа у меня здесь стоит. И я откручиваю. Затем я эту лампу сейчас вот сюда возьму. Все, винты сняли. Ну и теперь медным молоточком. Как видим, какой у меня медный молоточек. Вон с остальной, вот здесь медный. Это очередной поддон у меня тут был. Оп. Вот и все. Теперь надо откручивать вот эти 4 винта. Этот. И засунуть туда фартух. Так, вот здесь, конечно, надо бы его чем-то поддержать, чтобы вдвоем это удобно было. Ну ладно. Сейчас посмотрим, как оно будет крутиться. Ну, по крайней мере, на винтах будет чуть-чуть держаться. Как раз на днях Щермета принес наборчик. Вот тут на 6. Хороший ключик. Ну ё, слишком точный. Ладно, подобьем. Вот что я забыл. Перед ремонтом станка надо весь инструмент снять. Одного резца не снял. Ладно, мы его снимем сейчас. Во-первых, зачем? Я сейчас вот молотком стукнул. Хорошо, молоток медный, он его чуть-чуть сбрыло. Это раз. А во-вторых, можно же рукой задеть, руку поранить. Мы же не обращаем внимания, где там резец какой стоит или что. Эти две есть. Теперь вот это. Точный слишком ключ, наверное, потому что оцинкованный. Может, его поэтому и забраковали. Думали, что он неправильный какой-то. Ладно, этим ключом мы открутили. Сейчас возьмем более такой. Тут у меня есть разбитый ключ. Он должен влазить сюда хорошо. Так, откручиваем самые неудобные сначала гайки. Потому что оно опустится. Может, придется придерживать. Как видим, уже нижний валик чуть-чуть опускается. Ладно, посмотрим, как оно будет держать наш кронштейн. Вот почему я говорю, что там надо хорошо подвязывать. Не на проволочках подвешивать. Ну, по крайней мере, так как я подвязал. Этот самый неудобный винтик. Мы его в первую очередь не открутим. Так, винтик и складываем в коробочку. Вот этот неудобный. Так, смотрим, как он тут опускается. Ну, пока не опускается. Так. Это оно держалось на этих двух. Сейчас посмотрим. Замкнем эту гайку. Пусть она на этом ходовом винте пока держится. Ну и смотрим. Так, оденем перчатки, потому что здесь может и падение быть. Так, открутили последний. Ну и пробуем снимать, как оно. Гайку разомкнем. Так, что-то держит. В общем, как видим, сойти с вала ему сразу не удалось, мне его снять. А все потому, что на этом ходовом валике видим шпоночный паз. И в этом шпоночном пазу шпонка. Поскольку этот шпоночный паз нарезан не до конца, вот сюда, эта шпонка доходит до конца шпоночного паза, упирается в него, не пускает его дальше выходить. Там эта шпонка крепится двумя пружинками. И шпонку, и пружинки это я уже делал сам. По своему конструкторскому усмотрению, там какая-то шпонка была, но она мне не понравилась. Она с люфтом выпадала и так далее. Я ее переделал. Как я ее переделал, я уже не помню. Но, по-моему, надо снять, вот там есть две пружинки, вот их сейчас надо снять. Я не показываю, где все это находится, потому что мне самому этого практически не видно. Вот надо их повернуть, их, наверное, клёрточкой. Так, как бы снял. Вот сейчас я покажу, что это за пружинка. Это такие вот стопорные кольца. Больше такого другого ничего туда поставить нельзя. Одно кольцо. И там еще есть одно кольцо. Пазы, так, второе кольцо есть.
И теперь аккуратно надо снять шпонку. Будем снять с помощью этого медицинского инструмента. Оп, вот эта шпонка. Видим, сама она до этого была какая-то такая фигурная, тут это самое. А вот сюда, в эти пазы, входят мои стопорные кольца. Она очень надежно там стоит. Разобрались. Я уже забыл, лет 5 назад все это собирал и конструировал. Так что вот уже, как говорится, стерлось с памяти все. Ну и теперь попробуем снять. Теперь сейчас оно должно, в общем-то, сняться. Вот. О, пошло. Вот наш фартух. Сейчас несем на слесарный стол и там будем разбираться. Как видим, все надежно лежит на наших кронштейнах вот здесь, которые мы закрепили вверх. Оно чуть-чуть поднимается. Ну, там оно на щипцу тоже сидит. Не провисает, ничего. Вот сейчас фартух сделаем, так само назад его смонтируем. Я почему еще не снял верхний вот этот рисовой суппорт? Потому что сейчас я не знаю, что там у меня с шестеренкой делается. Возможно, еще придется мне этим рисовым суппортом что-то точить. Я знаю, что фартуха нет, продольной подачи нет, но я могу вручную подвинуть эту каретку туда, зафиксировать ее, чтобы она не двигалась уже вот этим вот винтом фиксирующим. И малым рисовым суппортом выточить там практически любую железяку длиной. Ход суппорта где-то 125 мм, вот этого верхнего рисового. То есть я любой валик длиной 125 мм проточу. То бишь, мне нельзя станок полностью разбирать, чтобы можно было на этом станке еще кое-что делать. Ну ладно, приступаем к ревизии нашего фартука. Ну вот наш фартух. Значит, как я уже и сказал, проблем здесь три. Первая проблема и главное, почему я ее снял со станка, как видим, как оно вращается. Вот эта рукоятка. Вот она туго пошла. Туго. Дальше легко. Как видим, и опять туго, и опять легко. Так, рукоятка эта вращает вот эту вот шестеренку, которая катится по нашей рейке, когда мы перемещаем этот фартук туда-сюда. Это здесь первая проблема. Вторая проблема, некорректно переключается вот этот переключатель. В этом вот положении, когда я выключаю подачу, он проскакивает чуть дальше, подмыкает гайку, и гайка вот этими своей резьбой трет по винту и так щелкает. Ну, я показывал, как оно щелкает. Это вторая проблема, которую надо решить. И третья проблема заключается в том, что вот эта гайка замыкается некорректно. То есть после замыкания ось этой гайки, межосевое расстояние между осью этой гайки и осью этого ходового валика не соблюдается. То есть это надо сдвинуть. Или же сдвинуть туда-сюда в таком вот направлении. Или там внутри есть кулачки, и эти кулачки надо подгонять. Вот это я вычистил только после того, как полностью собрал станок. Ну, видели, у меня есть видео, как я вообще этот станок, как мне попался, в каком оно состоянии было. Это все было разобрано. И ясно, что вот это я вычистил только после того, как собрал станок. Но поскольку я резьбу винтом не режу, меня это не сильно напрягало. Ну, сейчас, вот, поскольку я снял фартук, и эту проблему надо снять. Но начинаем с главной проблемы. Это вот это тяжелое вращение. Как видим, если мы отключаем вот эту шестеренку. Когда мы отключаем, как видим, вращается легко. Там шестеренка внутри. Значит, все заедание в этом вот, на этой оси. Ну и прежде всего, на что я грешу, это, конечно, подогнутая вот эта шестеренка. Полностью фартук, наверное, разбирать не буду. Ну, по мере, если надо будет и дальше разбирать, разберу и дальше. Но сейчас надо открутить эти два винтика, и скорее всего, что вот это все снимется сюда. И снимется эта шестеренка. И мы ее проверим на биение. Откручиваем эти два винтика. О, как он открученный. Он расслабленный полностью. Ладно, по-любому сейчас эту шестеренку мы снимем. И этот расслабленный. Оба винтика расслаблены. Почему это получилось, не знаю. Ладно, по-любому мы сейчас шестеренку эту снимем. И проверим ее состояние. Винтики, болтики и все, что мы отсюда снимаем, вложим в отдельную коробочку, чтобы не спутать тут чем-нибудь, потому что у меня тут одновременно идет несколько проектов, поэтому можно легко потерять все это дело. Смотрим, не снимается. Ну, один тут мне комментатор писал, что все это можно снять с помощью ножика. Попробуем сюда подбить ножик. Ножик не идет. А, еще один болтик. Их тут три. Странно, и этот тоже не прикручен. А почему так? Вроде я затягивал хорошо. Но это было 5 лет назад.
За 5 лет, конечно, можно расслабиться. Теперь смотрим, все ли они одинаковой длины. По-моему, да. Потому что могут разные длины еще быть, тогда надо закручивать на свои места. Ну, дальше продолжаем с помощью ножика. О, разбирается с помощью ножика. Ковыряем дальше. В общем, так просто с кондачка не получается ее снять, почему-то она не выходит. Поэтому придется разобрать полностью этот вот узел. Сейчас мы его разберем. Надо было сразу посмотреть паспорт, как оно тут стоит. Ну ладно, разберем, заодно покажу, как оно тут устроено. Разбирается-то он недолго. И все это снимается. Это можно дальше не разбирать. Вот и состояние вот этих всех внутренностей, они на легкость вращения не влияют. Ну что, теперь пробуем дальше вынимать. Нам надо вынуть вот ту шестерню. Вот она тут так сидит. Значит, попробуем ее отсюда выбивать. Как она вышла. На такое расстояние вроде идет. Сейчас надо взять тоненькую бронзовую наставочку. Вот такая медная наставка. Попробуем выбивать. Так, наденем очки. Надо снять стопорное кольцо здесь. Ну что, продолжаем повествование о фартухе. Значит, я валик этот отрихтовал, как видим. Уже ходит без заеданий. Вращается нормально. Тоже его приходилось сюда же молотком забивать. Я его... Ясно, что я его отрихтовал, может быть, не в ноль, но я думаю, что ту точность, которую я отрихтовал, будет достаточно. Как я рихтовал валик, ну, наверное, вы видели предыдущее видео. Кто не смотрел, ну, посмотрите, если интересно. Процесс рихтовки, он тоже иногда, наверное, вам на гаражах приходится это делать. Значит, второе, это у меня вот эта вот рукоятка. Вот включается, вот это вот так включена подача. Когда я подачу выключаю, оно перескакивает через нулевое положение, там плохо фиксируется. Тут в крайнем положении хорошо фиксируется, а в нулевом положении плохо. И вот нулевое положение сталь, оно не зафиксировался, перескакивает немножко нулевое положение, замыкается вот эта чуть-чуть гайка и начинает своими верхушками тереть по винту, ну, который предназначен для нарезания резьбы. Кстати, вот эту проблему мне один из подписчиков, может это и не подписчик был, задавал вопрос, почему у меня, говорит, приручная подача, когда вручную начинаешь подавать, начинают такие щелчки. Ну, я, по-моему, в начале видео показывал. Это вот одна из причин, вот это она и есть. Сейчас я сниму эту рукоятку. Этот механизм фиксации находится здесь под ручкой, там, скорее всего, что шарик и пружинка. Вот это shift, где, кстати, он. Я его с трудом оттуда выбил, ну не то, что с трудом, а просто даже мне пришлось его высверливать. Как видим, я вот засверлил здесь, немножко промазал, но я досверлил не до конца, наверное, там чуть-чуть сетки задел. Только тогда выбил, так что shift придется точить новый. Можно этот поставить, ну, в чем будем ставить инвалида на нормальный станок. Тоже будет отдельное видео по выбиванию этого shift'а. Пробуем снять. Да, туго сидит. Открутим эти болты. Хорошо иметь такой маленький станок. В нем комплектующие вот эти вещи не очень тяжелые. Этот фартук весит, ну, килограмм, может, 30 максимум. На станке, конечно, 1К62 это потяжелее. Хотя, конечно, 1К62 это уже станок солидный. В принципе, то там проблемы одинаковые, как здесь, так и там. Но то, что все там более габаритное, это плохо. Короче, это мне не по возрасту уже. Но такой станочек сам и то. Хотя на нем я делаю вещи довольно крупные иногда было. Это я почему так заморачиваюсь вот с этим винтиком, потому что мне лень матушка снять вот этот маховик. Заходить, оно выходит. Ну вот оно. Потихоньку начало подаваться. Ну вот ножиком и выбил сколько можно. Опа. Вот и все. Все, придется разбирать. Углублено. Углублено, так углублено. Снимаем эту
Ну вот снял я эту рукоятку, которая включает-выключает подачу или же ходовой винт, или же ставит в нейтральное положение. Собственно говоря, вот эта фиксация, которая у меня плохо фиксируется, она осуществляется вот этим вот такой шток здесь есть. Ну тоже его сделали, наверное, не точно, что-то тут вот подпиливали над фильком или напильником, не знаю. Но самое главное, что здесь вот стояла вот эта пружинка, как видим, тоже она недоделанная. Она должна быть, торцы должны в ней плоские быть, она такая вот. Откусили кусачками, да вкинули, да и все. Ход у нее, конечно, маловатый, и жесткости для того, чтобы оно туда вталкивало ее надежно. Жесткости этой не хватает. Тем более, может, оно за счет того, что вот это вот, вот она, как видим, такая. За счет этого, может быть, она еще там перекашивается, может неправильно давить. Я сейчас взял, там у меня целая коллекция пружинок разнообразных. Я пружинки собираю, даже в Чермет, когда хожу, если пружинка какая попадается, там их самые разнообразные, я все не выкладывал. Нашел такую самую подходящую. Это вот такая пружинка. Вот видим, вот эта пружинка была, вот. А я поставлю вот эту. Видим, эта, которую я поставлю, она меньшего диаметра. Диаметр то проволоки одинаковый. Поэтому вот эта пружинка, которую я сейчас буду ставить, она более жесткая. И она немножко длиннее этой пружины. Вот как видим, если их вот так вот поставить, сравнить, она длиннее. Ну, в принципе, сейчас, если это будет сильно жесткой, несложно будет разобрать этот вот рычаг непосредственно на станке и снять и поменять эту пружинку. У меня тут самая большая проблема была выбить штифт. Как этот я штифт выбивал, вот отдельный такой видеоролик покажу. То есть я его снимаю так параллельно с этим. Ну, поскольку это непосредственно к ремонту фартука не относится, может, я его отдельно покажу. Там тоже интересно, он выбивался, мне его пришлось усверливать. В общем, сейчас я поставлю вот эту пружинку и будем считать, что с этим рычагом мы проблему предварительно, по крайней мере, решили. А там будем смотреть. Ставил я на этот фиксатор более жесткую пружину. Сейчас фиксируется очень жестко, не перескакивает сюда на включение маточной гайки. Но появилась другая небольшая проблемка. Это поскольку здесь, где включается подача, она тоже немножко туже начала включаться. Ну, пружина более тугая. Поэтому я вот этот перевал, через который переваливается этот Shift, когда включается подача. Он такой был, трехугольный такой. Я его так скруглил, заполировал. Сейчас будем пробовать, как оно включается. Вот оно вроде перескакивает нормально. Еще надо... Ну вот я заполировал и этот носик, потому что тут напильником, наверное, вот тут делали сферу. Не знаю, как они ее делали. Ну, перескакивает вроде легко. А в крайних положениях, видим, туда упирается уже надежно. Ну... Мне это и главное, чтобы включалась-выключалась подача легко. Если гайку включать, ну тоже немножко с большим усилием будет. Гайку включать я часто не буду. Собираем дальше. Теперь вот смотрим, что здесь еще не в порядке. Как видим, вот здесь такое отверстие, и там он внутри тоже штифт такой. На этой рукоятке есть паз. Вот этот штифт должен ходить в этом пазу. Это не что иное, как механизм ограничения, когда включается резьба, он вот дойдет до щелчка, но можно зайти за этот щелчок и начать крутить вот эту рукоятку туда дальше, потому что там в кулачки выходит на прямолинейный такой профиль. Не знаю, вот лучше бы они там это ограничение сделали, потому что этот штифт, скорее всего, что обрезали, и не знаю, как, я не знаю, как его сейчас достать, буду высвечивать. Но его надо поставить, чтобы я могу и сам туда заехать. И когда дальше покрутишь, оно разрегулируется, придется разбирать полностью весь этот опять фартук, чтобы поставить все на место. Поэтому вот этот шифт обязательно надо сейчас восстановить. Ну и третий непорядочек, который здесь был, это вот эта вот гайка. Она у меня стояла, короче, она некорректно. Я сейчас только понял, как ее можно поставить правильно. Ее надо поставить правильно, чтобы вот это расстояние в замкнутом состоянии было равно внутреннему диаметру резьбы. И восстановил я и этот щифтик, который был срезанный. Как видим, просто тот высверлил, а этот прямо забил кусок сверла, оно каленый хвостовик. Вот оно так вот должно в этом пазу ходить до упора. Сейчас соберем, посмотрим. Здесь вот еще одно отверстие есть. Его надо прочистить. Ну, я уже не буду делать. А отверстие это знаете для чего? Оно расположено в торце вот этого отверстия. Он там дальше. Это для того, что здесь ходит вот этот шток, который фиксирует положение рукоятки этой. И конструктор продуманный, наверное, полагая, что этот щит будет там ходить по очень скользящей посадке. Это будет являться уже как бы поршнем. И он
он здесь сделал воздухоспускное отверстие, вот это называют, чтобы этот шифт не пружинился от воздуха. Ну, поскольку этот шифт здесь сделан, как видите, по такой посадке, что воздух и сюда будет выходить. А тем более, вот эта вот плита, она прикручена к этой плите, вот сюда. И если ее плотно прижать, то через это отверстие воздух ведь даже и выходить не будет. Так что чистить его смысла нет. Это отверстие бесполезное. Ну, все, вот я уже закончил, собираем. Вот эту крышку надо ставить таким образом. Он поставил, туда чуть-чуть прижал, вот эти болты наживил. И потом по очереди их надо крутить. Вот он ушел, туго крутится, не надо его крутить. Этот легко, этот легко. И вот так оно постепенно эту крышечку туда подожмет. Ну, потому что там же вот это фиксатор с этой пружинкой, оно ее отжимает. Можно туда ее вот так поджать и закручивать. Ну, это держать в руках. А так вот чередуя одну, вторую сторону, вот оно и пошло. Ну вот, рукоятку я подцепил, как видим. Сейчас еще что надо здесь сделать. Вот здесь вот рукоятка это переключает. Там ролик такой ходит. Он у меня так заел, я его еле раскрутил. ВД-шкой туда набрызгал. А он должен вращаться. Вот этот ролик, который ходит там в таком пазу, где ручка переключает. Его надо как-то смазывать. А смазывать они не придумали тут, как его смазывать. Потому что он находится в самом верху. Масло тут в этой коробке, вот по указателю, вот так. Ну ясно, что сюда масло никак не поступает. Поэтому его надо сейчас продумать, как смазывать принудительно. Я сейчас вот здесь пропиляю три канавки, вот здесь канавку, вот здесь канавку и вот здесь канавку. А и потом, после того, как я установлю его уже туда на суппорт, я просверлю против вот этого отверстия и поставлю полиуретановую такую масленку и через нее буду прямо вот в эту вот луночку заливать масло. Сюда достаточно 1 мл масла, чтобы оно так рассеклось, туда попало, сюда попало, потому что оно здесь сухое вверху. И будет оно тут смазывать. Для этого я вот разметил прямо здесь вот черточки поставил так и так центр этого отверстия. И когда уже установлю на станок, эти черточки будет видно, я там просверлю отверстие под масленкой. Но сейчас надо вот здесь и вот здесь пропилить такие бороздки, чтобы масло вытекало именно в этих местах, где надо смазывать. Смазывать надо вот этот валик и ролик, который находится под низом этого рычага. Здесь эти бороздки не глубокие, но главное, чтобы оно выливалось не через эту поверхность, а через эту бороздку. Это я позамощал этими тряпочками. Один раз уже тряпочку намотало мне на эту борфрезу. Хорошо, что ее не согнуло. Надо действовать очень аккуратно. Ну вот, направление для масла мы дали. Как видим, сколько стружки. Вот я почему это и замостил, чтобы эта стружка туда не полетела. Все, это тоже будем считать, сделали. Ограничитель этот я сделал, работает корректно, вот как видим. Ну сюда оно и так ограничивало. А вот это вот, когда замыкается гайка вот здесь, если то ограничителя, штифтика такого не будет, вот эта ручка будет крутиться вот так вот вокруг. И она потом поставит некорректно там кулачки, и с этого положения там, чтобы выйти, там, по-моему, надо опять разбирать все это дело. Поэтому вот это ограничитель. Сюда ограничение заводом предусмотрено, но не было, потому что срезал этот штифт. Я просверлил, поставил штифт, все. Это работает нормально. Теперь пружинка тут мощная. Фиксирует вот это вот положение, что оно, даже если чуть-чуть перескочило, оно его отбивает назад. Это сделали. Гайку я подрегулировал каким образом? Я взял, замкнул просто гайку и замерил вот этот вот размер. Я его неправильно выставил в свое время. Это фактически внутренний диаметр резьбы трапециедальный, 28 шаг 5. Вот оно должно быть 23 ровно миллиметра. У меня 23,16. Ну, на 16 соток больше, но ничего страшного. В замкнутом положении вот это внутренний диаметр резьбы. Вот это я подрегулировал. Здесь вот у меня такой регулировочный винт. Он и заводом предусмотрен, этот регулировочный винт. Но он заводом предусмотренный коротенький такой. Это я уже сам его при первом монтаже этого фартука, это я сделал, удлинил. Снизу можно удобно было подлезть на смонтированном там фартуке, потому что когда оно короткое, уже когда это смонтировано на станке, к этому болтику очень трудно подлазить. Я поставил более длинный болтик, втулочку тут. Ну, по-моему, там я о станке рассказывал, уже у меня куча видео, я уже не помню, что я рассказывал, что не рассказывал. Там, по-моему, есть, как это сделано. Ну, все.
включается корректно. Собираем. А, прежде всего, сейчас залью туда соляркой, промою, заодно посмотрю, не течет ли здесь вот этот, где уровень масла, не вытекает ли оттуда масло. Закончила сборку этого фартука. Как видим, рукоятка, вот она так вращается, когда вал 6 или наш отключена. И вот сейчас мы ее включаем. Ясно, что вращается не так длительно, как в холостую она вращается, потому что вал шестерня еще тут смазки нету, во-первых. А во-вторых, ну понятно, что уже КПД шестерен и все прочее замедляет действие. Но вращается уже без заеданий, как видим. О, шестеренка вот она. Без заеданий вращается, все нормально. Отрихтованная она, будем говорить, не в ноль, но вращается легко, и это меня устраивает. Сбоку я, собственно говоря, не показывал, ну, потому что, ну, тут, в смысле, я не знаю, как ее показывать, эту сборку. Единственное, у вас под рукой должен быть чертеж. Это выкопировка из паспорта. Имея вот этот такой выкопировку из паспорта, вы свободно разберете, соберете. Здесь только один вид, еще есть в паспорте, еще второй вид. Но для того, что те, которые детали я снимал, достаточно только этого вот такого чертежа. Имея этот чертеж, вы свободно сможете разобрать, то и без чертежа можно, а собрать, ну ясно, что надо, чтобы был такой вот под рукой чертежик. Здесь самое главное, когда вы будете собирать вал шестерни, вот она. Вот вал шестерня, вот сюда она идет. Не забыть поставить, вот здесь распорная шайба стоит. Ну, тут она хоть более-менее так обозначена, что она тут распорная шайба. За ней стоит стопорное кольцо. Вот здесь оно вообще не обозначено. Стопорное кольцо. Ну, при установке не забыть, надо вставить сюда шпонку. Ну, и все. И когда вы сюда валик проденете, здесь еще одно распорное кольцо. Такое же самое, вот оно стоит. Почему-то здесь заштриховано, а здесь не заштриховано. Вот это кольца, которые определяют место положение вот этой шестерни приводной большой, которая подключает или отключает ручную подачу. Здесь вот этот такой есть флажок, он или же отключит подачу, вот она отключена, или же вытаскиваете, вот она включилась подача, видимо, вращается лимб. Вот этот наворот нужен лишь для того, чтобы когда вы нарезаете резьбу, вам не надо, чтобы эта ручка вращалась и била вас по называемым причинным местам. Значит, и что я тут еще сделал? Поскольку оно и так переключается, вот это все тяжело, вот эта ручка. Я сюда еще поставил усиленную пружину, я посмотрю, может я ее еще поменяю на более слабую. Но я сюда мощную пружину поставил, затем, чтобы при выключении оно не перескакивало туда дальше. Потому что если оно дальше перескакивает, то смотрим, выключай, если дальше перескакивает, замыкается гайка. Теперь вот это еще туговато у меня ходит, но я говорю, что это пружина раз. Во-вторых, оно еще туго может ходить, а здесь вот этот рычаг, который переключает это, вот он туда, сюда ходит. С той стороны рычага там оська, на оське ролик такой. Вот этот ролик у меня не вращался. Конечно, надо было бы его снять, посмотреть его состояние. Может, он уже не ролик, а квадрат там какой-то. Но вот он не вращался, а он, собственно, трется в такой кулачок. В связи с этим трением усилие большое. И оно, как говорится, от этого передавалось, оно аж заедало так. Я ВД-шкой побрызгал, мал-помалу раскрутил. Он сейчас крутится нормально. И я вот сделал такую смазку вот этого механизма, потому что эта ось, которая туда-сюда качает этот кулачок. А кулачок, эта ось потом дальше включает или выключает подачу. Так вот эта ось вот здесь, в своем посадочном месте, и кулачок, то есть и ролик этот, ну, собственно говоря, и кулачок дальше, не смазывается в процессе эксплуатации никак. Не предусмотрена сюда смазка. Вот эта смазка, которую мы сюда зальем по глазку, она сюда никак не достает. Это у меня блестяще жирное, потому что я все промывал сейчас с топливом, это еще оно осталось. А так оно не смазывается никак, и оно вот здесь сухое. Почему и кулачок там вот затерся и не вращался. Поэтому я здесь продумал систему смазки. Вот как видим, одна канавка, вторая канавка и третья канавка. Я сюда буду
Ну, просто со шприца. Сюда не надо много масла. Со шприца один кубик масла, может, в полмесяца. И этого будет достаточно, чтобы оно там растеклось. Оно в зазорах в этих будет держаться, но не будет тереться на сухую. Вот как сюда масло подать? Я хотел, думал уже в крышке суппорта сверлить отверстие, но там оно очень удачно попадает, пробочка одна. Я сейчас поставлю этот фартук на место, ну, и покажу, как я буду смазывать вот это место с помощью обычного медицинского шприца. Здесь еще есть один ролик, на который тоже надо обратить внимание, вращается он или не вращается. Но этот ролик должен постоянно вращаться. То есть он вот здесь. Вот рычажок, а под ним там ролик. Вот этот ролик должен быть там вроде даже, может, и подшипник, а может, не подшипник. Он включает эту муфту. Вот видим, вот эта кулачковая муфта. Она сейчас, когда мы вручную подаем, она разомкнута. И валик мы крутим вручную. Видим, вот отсюда передается на эту шестерню и передается на нашу шестерню, которая катится по рейке на станке. Вот когда мы включаем подачу, вот видим, этим же рычажком вот он вот включается. И ролик, который там вот на этом рычажке, он стоит в этом вот пазу, и он поджимает эту вот часть полмуфты кулачковой. И он постоянно вращается. Здесь ходовой валик. Вот он, когда подача, тогда вращается ходовой валик, вращает этот червяк. Червяк вращает червячное колесо, и через этот весь механизм передается вращение на шестеренку. Так вот этот ролик, вот в этом положении, он поджат, и он не должен быть заклиненный. Вот он у меня вращается. Но он, по крайней мере, хоть как-то смазывается, потому что это вот это низ фартука, и масло здесь, этот червяк в масле вращается, он зацепляет масло и смазывает и червячное колесо дальше. Вот эта шестеренка тоже в масле, и она перекидывает набранное масло здесь, на эту шестерню и дальше туда. И вот когда она перекидывает, она, часть масла стекает сюда, и худо-бедно вот этот ролик смазывается. А все то, что расположено выше этого глазка, по крайней мере выше этой шестерни, оно не смазывается никак. Поэтому я в одном из видео показывал, как система предусмотрена смазки именно этой вал-шестерни. Вот здесь вот это же вот шестерня. Ну, то, что я рыхтовал, она проходит через весь этот фартук. И смазка туда не подается никак, потому что здесь масло вот так вот где-то. Ну, вот смотрим глазок, где у нас. Вот он глазок. Пол глазка масла. Это сюда пол литра масла входит. Вот так. И ясно, что вот это масло вот сюда, на эту шестерню, которая находится на такой высоте, вот в этот чулок, или же, как мы назовем его, подвесной такой подшипник скольжения, вот сюда не попадает никак. А сюда масло подается именно здесь, вот есть канавка вверху. Вот это маслоприемная канавка, вот сюда заливается масло через масленку. Но есть у меня видео, ложная масленка называется. Там на этом станке масленка, через которую сюда масло надо было заливать, она была расположена не против этой канавки, а была расположена вот здесь, просто над этим пространством. И сколько туда ни шприцуй, ну масло будет сюда добавляться в этот картер этого фартука, а на валик не будет подаваться. Поэтому я масленку перенес, и масло подается вот сюда. Потом через это вот отверстие, там он, видим отверстие, оно поступает туда к валику. На валику есть приемное отверстие, которое его принимает. Валик внутри пустотелый. Ну, и через эту пустотелый валик масло протекает аж сюда. И там есть отверстие. Я показывал эти отверстия, когда валик рихтовал. Там я обращал ваше внимание, что это маслосмазывающее отверстие. И оно через те отверстия сюда выходит, и худо-бедно этот валик смазывает. Ну, по крайней мере, раз в месяц я смазываю, причем я заливаю уже сюда масло трансмиссионное с автомобиля, там, которое в коробку или в задний мост идет, вот сюда заливаю, чтобы оно там подольше удерживалось. Я его каждый день не смазываю, но периодически надо мазать, потому что если не мазать, то вы же видите, тут чугунный вот этот чулок, там ни подшипников, ничего нет, если будет сухую тереться, а усилия тут большие. Как видим, оно даже слишком большое, то шестерню согнуло мне. Ну и так они большие, потому что оно катится по рейке, отжимается от рейки. Видим, на зубьях тут отпечаток. Ну вот, что касается сборки, осталось мне поставить. Здесь такая крышечка, вот ее прикрутить осталось. Ее можно на герметик поставить. Она сидела у меня на герметике, ну поскольку все это, как говорится, выше уровня масла, то сюда масло
наверное, не подтекает. И поставить, осталось мне еще вот эту нижнюю крышку. Я сейчас ее поставлю. Вот это низ, вот крышка нижняя. Вот ее надо поставить. У меня она стояла на герметике, просто герметик без прокладки. И вот в этом месте начало подтекать у меня масло. Подтекает и прямо сюда на рукоятку. Поэтому я нету резины у меня бензомаслостойкой. Сюда, конечно, бензомаслостойкой резины поставить прокладку. Я вот с паранита вырезал, вроде паранит тоже бензомаслостойкий, МБС это, или МБП он как так называется. Сейчас прикручиваю это сюда, обожму и залью масло и на ночь оставлю. Посмотрю, есть подтекание, нет подтекания. Если есть, так я ее откручу, буду искать резину. Ну, может быть, еще резиновую прокладку вот сюда надо поставить. Это, кстати, предохранитель, который определяет предельный момент, при котором у вас срабатывает вот здесь муфта. Ее можно накрутить больше, накрутить меньше. Ну, он что определяет? Если вы взяли слишком большой припуск, подачу большую поставили, включили, а станок не тянет, он начнет просто вот эта муфта щелкать, а подачи не будет. То есть предохранитель продольной подачи. Его можно настроить, что он будет более жестче, больше усилия определять на подаче или же чуть послабее. Ну, а так вот на строил, как мне нравится, так он у меня и стоит. Я его сюда не трогаю. Ну, винт я показывал, отрегулировал. Все, собираю прокладку и заливаю масло. Ну, все, закрыл я. Крышку поставил. Здесь вот пришлось мне еще один винтик поставить, потому что я когда делал прокладку, там отверстие, по этому отверстию тоже сделал отверстие в прокладке. Потом смотрю, это отверстие, оказывается, там дальше фиксатор, но он слишком глубоко сидит, этот фиксатор. И резьба там миллиметров 15 еще есть. Думаю, раз в прокладке уже есть у меня отверстие, так я уже в этом донышке просверлил еще одно отверстие и поставил сюда болт. Может, он тут и не помешает, потому что, как видим, между этими болтами расстояние 80 миллиметров, а между этими 100. И меня именно здесь это пускало масло. Может, он тут и не лишний. Ну, как я прикручивал, ничего интересного нет. Главное, соблюсти порядок затяжки этих винтов, чтобы эта прокладка растеклась. То есть я сначала этот зажал, эти два, потом этот, и потом уже по диагонали вот эти. И вот эти. И они так вот. Ну, и причем в два приема. Сначала поджал, потом уже зажимал окончательно. Для слесаря это должно быть понятно, почему я так делаю. Если кому-то непонятно, вы пишите. Я сделаю целое видео по порядку затяжки болтов. И заливаем масло. Значит, сначала мы сюда подложим газетку, потому что я масло сейчас залью и пойду домой. А завтра уже буду монтировать. Мне просто интересно, здесь тут протекание или нет. Масло залью вот эти, которые я заливаю в коробку передач. У меня осталось вот это, по-моему, это оно. Вот красное такое видно. Масло для коробки автомат. Там вот глазок. По этому глазку будем и смотреть. И тем более вот это красное масло, его там хорошо будет видно. О, ух, перелил даже. Чуть выше середины. Все. И оставляем все это дело на ночь. Завтра будем смотреть все эти протечки. Первую прокладку я сделал паранитовую, вот эту поставил, а то ночь простояла и масло пустило в одном месте. Это не потому, что паранит этот не бензостойкий, а потому что его просто такими болтиками на М6 на такой площади очень сложно ужать, чтобы он, ну, ужался. Все-таки он по толщине имеет, ну, разнотолщинность небольшую. Ясно, такими болтиками он тут у меня не ужался. Поэтому соседа подогнал масло бензостойкой резины. Я сейчас вырезал новую прокладку, поставил, залил масло. Вроде не течет. Ну, по крайней мере, резиновую прокладку всегда можно поджать. Она уже этими болтиками ужмется. Масло я залил. Уровень чуть выше среднего уровня. И смотрим, как я буду смазывать вот этот ролик. Вот этот вот рычажок. Видим, я здесь канавкой пропилил. Я буду наливать масло вот сюда. И оно, видим, аккуратненько рассекается. Вот туда уходит и сюда сливается. И поскольку это масло трансмиссионное, оно очень хорошо держится на поверхности. Видим, даже вот я налил, тут такая аж возвышенность получилась. И вот оно постепенно сейчас растечется и попадет туда. Ну и ясно, что надо смазать этот валик, он там трется. Его мазать может раз в месяц надо, потому что здесь трение небольшое, но туда-сюда только качается и все. Но ролик, он вращается только во время переключения, ну градусов может быть на 20 градусов туда-сюда переворачивается. И теперь еще одно я показываю, как смазывается вот эта наша шестерня, которую я рихтовал.
Вот она смазывается через это отверстие, через эту каналку. Вот эта каналка, она там, он заканчивается отверстием в конце. Почему каналка? Потому что масленку удобно ставить здесь, там уже мешает поперечный суппорт. Поэтому она заливается масло отсюда, сбегает в ту каналку, поступает через канал в торец вал шестерни. И по отверстию, которое внутри этой вал шестерни, оно доходит до тех отверстий, которые смазочные там отверстия. И аккуратненько их смазывают. Ясно, что вот это масло, которое сюда льется, оно сейчас начнет вытекать у нас через негерметичность. И вот здесь на валике там никакой герметизации нет. Но прежде чем попадает в отверстие, которое идет туда в вал, оно по щелям распространяется и сейчас будет отсюда вытекать. Ну, это ничего страшного, сколько надо масла пойдет туда, сколько тут вытечет, тут можно подтереть. Тоже его мазать может быть раз в две недели, может раз в месяц. Вот видим, как оно сейчас легко вращается. Все, это потому что смазка и сюда попала. Вот видим, как вращается вот наша шестеренка, которую я рихтовал. Теперь для обладателей такого станочка, как у меня, показываю, какая у меня шпонка. В заводской конструкции там была шпонка такая Г-образная просто так. И тут вышла. Она как-то странно туда под низ подсовывалась. В этой штучке, куда она устанавливается, тут вот отверстие такое, чтобы она не посунулась вдоль этого валика приводного. То есть здесь было такое набалдашничок круглый. Ну, короче, я сделал свою конструкцию на такой высоты шпонку. Выфрезеровал. И она у меня держится за счет того, что я сверху его прижимаю двумя этими. Вот уже сделал с пружинной кромкой, они сюда одеваются. И эту шпонку пазы сюда уходят и держат, что она не высовывается отсюда из этого. Очень удобно ее монтировать, потому что здесь эту шпонку можно вставить только когда этот фартук на станке. И подсунуть туда вот ту заводскую шпонку, это очень большая такая проблема, морока. А с этой шпонкой все просто туда вставил, она уперлась. Но шпоночного паза валит и стоит вот так. И остается только одеть вот эти две пружинки. Они одеваются легко, я здесь сделал такие усики. Прямо можно рукой, или же пинцетом, или же плоскогубцами разжать, одеть, оно щелкнет и все. Вот такая конструкция. Сейчас будем ставить этот фартук на место. Ну, может, я там покажу, но там ничего не будет видно, потому что здесь станок, а здесь это, только с торца можно туда что-то посмотреть. В общем, ставим последнюю детальку, где она тут у нас. Это ограждение прокладки, в общем-то. Ну, тоже можно поставить, но она тут не сильно обязательная, поскольку масло сюда не достает. Да и прокладку тут поставить будет проблематично, потому что это сделано из жести толщиной где-то пол миллиметра, какая тут прокладка будет держать. Я первый раз, когда собирал станок, когда я его восстанавливал, я это дело посадил на силикон, ну, весь этот силикон, он там не приклеился один. Смысла здесь ставить на герметик, ну, абсолютно никакого. Масло сюда не достает, оно не выпрыгнет никак. В принципе, если тут и будет подтекать со скоростью одна капля в месяц, тоже ничего страшного, потому что масло будет пополняться в период смазки вот этих роликов вот здесь и в это, и смазки самой вал-шестерни вот здесь. Оно по вал-шестерни масла там уплотнения нет, оно сюда вытекает и дополнительно еще смазывает постоянно вот эту шестеренку. Так что масло сюда погуще надо лить, оно и шестерня это будет постоянно смазано у вас. Не надо ее по станок туда заглядывать и мазать эту рейку, шестерню. Она, шестерня будет постоянно такой слой на ней, масло на ней эффективно будет смазывать эту и рейку, и сама себя. Так что вот эта смазка через это отверстие, она, в общем-то, обязательна. Есть у меня видео, так оно и называется, ложная масленка. Там я подробно о нем рассказываю. Ну, в этой конструкции, этой смазки, ясно, продумано немножко по-армянски, но оригинально. Станок выпущен, по-моему, в городе Кировакан. Ну вот, кажется, и все. Вот эти три винтика, это регулировка клина, который регулирует зазор в этих вот ползушках маточной гайки. Посмотрим, как она ходит. Нормально ходит. Кстати, эту ползушку тоже надо смазать, потому что она не смазывается никак. Вот сюда надо масло капнуть. Ну вот, как видим, собрал я этот фартук. Как собирал, я не показывал, потому что, ну, здесь абсолютно ничего не видно, как он одевается. Прямо это все было подвешено, и прямо на эти винты его одел и прикрутил суппорту, заштифтовал.
И все. Здесь сложного ничего нету. Так же самое, как снимал, в обратной последовательности одел. Значит, здесь вот, может быть, кто-то будет повторять вот эти мои опыты, чтобы не сказали, что дедушка тут нам напоказывал. Мы попробовали так само подвесить винты и согнули эти винты. Значит, чтобы это винты не согнуть, вот это подвешивающее устройство, которое держит винты, должно быть расположено поближе к этому самому суппорту, а суппорт должен быть поближе расположен к краю станины. Потому что если вы суппорт поставите к краю станины, а вот это поддерживающее устройство вот здесь, если у вас станок длинный, вот эти винты могут погнуться под собственным весом, или же вы случайно нажмете на этот винт или на валик, и вы его согнете. То есть это должно стоять, суппорт, в самом крайнем положении, сколько тут можно, а поддерживающее устройство рядом с ним, вот здесь, вот эти, как у кронштейна. Если винты длинные, если у вас станок длинный, то желательно два кронштейна. Хотя в этих вот станках, в которых длинные винты, это и валик, у которых длинная станина, там больше 3 метра, там предусмотрены поддерживающие устройства, штатные такие. Вот что касаемо вот этого вот поддерживающего устройства. Сейчас я уже на этом станке работаю, точу, движется это без заеданий, нормально движется. Единственное, у меня вот эта рукоятка, которую я делал, вот этот переключатель, все-таки не устраивает. Он-то работает корректно, но когда точишь резцом до какого-то упора, до уступа на валике, и как раз надо при касании в уступ, или же чтобы оно туда не дошло, остановить подачу, все-таки на этот рычаг начинаешь дергать сильно, вот он иногда и возвращается назад, а иногда как дернешь сильно, он раз и замкнул гайку. То есть усилие большое прилагается и замыкается эта гайка. Ну что, я здесь произведу дальнейшую реконструкцию именно вот этого узла. Таким образом, чтобы вот этот рычаг, если уж надо переключать на винт, то он переключался с помощью какого-то разрешающего устройства. Это будет отдельно видео, если следите за каналом, если я это сделаю, я это видео опубликую. Потому что здесь вот, конечно, продумано не очень так хорошо. С одной стороны, это компактность придает, нету лишних этих рычагов здесь, а с другой стороны, вот такое неудобство. Значит, ну, а на станке я уже работаю, вот точу, у меня тут параллельно несколько проектов, вот здесь на фрезерном станке стоит синусная плита, недоделанная, она недоделанная, потому что там надо зеркало стола профрезеровать, а резца у меня такого не было, я сейчас вот делаю такой эксцентричный резец, вот как видим, такой конструкции, я его решил сделать под сменные пластинки. У меня целая коробочка таких вот пластинок. Вот. Т15К6, хороший, ну, твердый сплав. И вот я именно под эти пластинки делаю, вот это будет, она вот так вот тут крепится. Я закачу уже этот резец, вот так вот будет стоять. Тоже будет отдельное видео. Резец будет монтироваться не просто в патрон там или в чего, а он будет крепиться в расточную головку. Так что эксцентриситет можно будет его менять. Его можно будет использовать и для расточки, потому что он немножко здесь вот тоже выглядывает. Но я думаю, что это просто для торцевого такого фрезерования. Типа балеринки или же мухорезки, как принято говорить у продвинутых токарей. Ну, собственно говоря, и весь рассказ о ремонте этого фартуха. Ясно, что я показал не все его там устройство внутри. Ну, потому что дальше мне лезть не надо было, я туда уже дальше и не лез. В общем, на этом видео заканчиваю, потому что, вижу, оно затянуло. Всем всего доброго, до новых встреч.